Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Начало года у экс-солистки Виагры получилось весьма насыщенным. Она побывала на Мальдивах, а в начале февраля отметила свой день рождения. Певица не раз признавалась, что испытывает чувство счастья из-за того, что с ней происходит. Однако радость оказалась недолговечной. Видимо, возвращение к рабочим будням в столице далось звезде нелегко. На своей странице в Инстаграме она опубликовала неоднозначный пост, который не мог не заставить волноваться ее поклонников. По ее словам, в последнее время артистка измучена постоянным чувством беспокойства, которое, безусловно, накладывает отпечаток на ее отношения с близкими людьми. Такое время сейчас. Много тревоги. Очень обострены сейчас все чувства, откровенно рассказала о своем состоянии супруга Константина Меладзе. При этом она призналась, что окружена поддержкой со стороны родных и даже незнакомых людей, что, несомненно, дает ей силы двигаться дальше и успокаиваться. «Я сейчас особо ощущаю, как мне важна связь с моей семьей и с друзьями, как хочется говорить своим родным и близким, что я очень их люблю. Как важно быть на связи с теми, с кем не рядом», приводят слова артистки седьмой. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.